девочки, чего хотела показать? Я Ларис спрашивала, но думала, покажу всем. Хотела сначала для Ларисы записать. Я вот такую купила, это лапка для стежки, для валяния, для, господи, простите, для вышивки. Но она с жаномки. Я не знаю, как устроена жаномка, но спасибо одной женщине, которая мне в комментариях предупредила, чтобы быть осторожной и убрать эту лапку. Что вы думаете? Она стоит вот таким образом. Ну, сейчас я, ага, приблизительно. Она стоит вот таким образом, и вот этот вот штыречек, вот он, видите, выглядывает, он ложится вот сюда. А я еще думаю, так удобно, она такая высокенькая, эти, видите, как низко. А если я опущу сейчас, смотрите, она еще ниже, видите, прям совсем зазор маленький, прям совсем маленький. А это стоит высокенько, прям вот так она, ну, палец мой застрял, прошу прощения, спешу, чтобы вместить. Прям вот, ну, прям вот так высоко, намного выше стояла. И потом еще, когда подъем шел, это ж я ее опустила. Что вы думаете, вот этим вот местом, вот оно, видите, такое слегка счевганное уже. Она мне практически наполовину проела вот тут вот. Вот этот держатель, ну, всей этой конструкции. Вот этот, представляете? Поэтому, девочки, очень осторожно, а так как, ну, я стягаю много. Ну, получается, месяца за три она мне там уже проела. А она сказала, я, говорит, поставила, так чудесно все шила, говорит. И через какое-то время у меня просто вот этот шуруп отпал, говорит. А запчастей нет на вот эти машинки, это Brother NX600. И она говорит, у меня один в один машинка не дешевая. И говорит, и что вы думаете, запчастей нет. Ну, это то, о чем я знаю. У меня там гнездо уже подбивается, шпульный колпачок вот этот. Не гнездо, а шпульный колпачок. И мне сказали, даже не надейся, ты нигде не найдешь. Если только ты купишь такую же машинку, но поломанную, и там будет живой этот шпульный колпачок. Ну, я уж добиваю ее, как добиваю, ей-то уже. Ну, конечно, я ее люблю и обожаю, но добьется, значит, добьется. На счастье, у меня есть замена. Но имейте в виду, вот коварство вот этой лапки оказалось в том, что она проедает там. Видите, она и с этой стороны сама тоже вот как бы даже заметно. Имейте в виду, девочки.